Чего хмурый? А вы что, следите, что ли? О, очень надо. Ставлю, как говорится, себя на твое место. Молодые же, здоровые, заводные. А, заведешь, не остановишь. Жизнь, ведь это ж не существование. Между прочим, камушек твой огород. А чё, слушаться надо? Так мы ж слушаемся. Ну? Мало, что ли? Ну, почему? Иногда можно расслабиться. Чаю не дадите? Дадим. Давайте. Я что говорю-то? Может, действительно, возьмем рюкзачки, а? И на субботу, воскресенье. Тут 3 часа хорошего хода, такие грибы. Белые? Белые. Поедем, а? Здравствуйте. За природу агитируйте. Карпов. Ковенко. Кажется, встречались. А я, знаете, зову его немножко в другое. Помните, как у Владимира Высоцкого? Я его зову в горы. Ну что ж, тоже неплохо. Вот и Жанночка. Жанночка тоже не против. Только в горах спайка нужна. Большое мужское доверие. А я ему доверяю. И он мне тоже. Правда, Рома? Чё, дай людям чаю. Не-не-не-не-не-не-не-не. Весь день сегодня по секундам. Дела. Карпов? Или как там тебя? А ведь я тебя понял. Чего ты к ним прицепился? Перед девчонкой хвост распускаешься? Они ж пацаны перед тобой. Товарищ Ковенко, я милицию очень уважаю. Жизнь нужно прожить так, чтобы не было больно за бесцельно... Мучительно больно. Мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Все. Больше не буду. Честное пионерское.